Уже более 20 лет в поселке Томилино работает компания, которая занимается металлообработкой. Рулонную сталь в дальнейшем используют в машиностроении и многих других отраслях промышленности. На предприятии побывала Луиза Егиазарян и подготовила о нем свой сюжет. Из этих металлических рулонов и листов в дальнейшем собирают то, без чего невозможно представить современную жизнь. От бытовых приборов и различной техники до грузовых машин и лифтов. За месяц здесь перерабатывают до 10 тысяч тонн металла. Все это уходит только на отечественные заводы. Поставки сырья идут с наших металлургических комбинатов. НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, Череповецкий комбинат и Магнитогорский металлургический комбинат. У нас два вида основных продукции. Это лента для штамповочного производства и карта для переработки листового проката на лазерах, на пробивных станках. Площадь всего предприятия 14 тысяч квадратных метров. На них расположено три производственных цеха, где происходит поэтапная обработка металла. Численность сотрудников превышает 250 человек. Большая часть – жители городского округа Люберцы. Это лидер металлообработки России, без лишних слов. Предприятие развивается, так как и отрасль машиностроения, отрасль металлообработки в стране сейчас на подъеме, так как многие компании ушли с нашего рынка, и это подстегивает, это дает дополнительный импульс. Самое главное нам взаимодействовать, самое главное слышать друг друга. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Компания работает в Люберцах с 1998 года. За это время на заводе прошло несколько этапов модернизации. Сейчас ожидается поступление нового оборудования, которое позволит расширить линейку продукции и увеличить объемы производства. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.